После матча студия Сиап Фантазия. Сиап одержал победу со счетом 3-0. И первый вопрос. Удовлетворен игрой? Да, в принципе, как обычно, мы от оборонки встали, вы стали выжимать. Ну, мне кажется, что оба тайма играли лучше и, мне кажется, заслуженно выиграли. Какой был тактический план на этот поединок? Вот именно от обороны ловить соперника на быстрых выпадах? Да, да, мы стали сзади, да, на своей половине встречать, хотели встречать на своей половине поля, контролировать мяч, если соперник терял, и доводить атаки до ума. Вот и все. Первый матч фантазии в Суперлиге как первый блин комом? Да, прям показали, откуда мы пришли. Команда, про нашу команду особо пока нечего сказать. Вот Сиап сыграл с первых минут отлично, как бы я считаю. Мы хотели завладеть инициативой, это у нас наша такая тактика, да, была. Если бы получилось, то получилось бы. Но они потом захватили спустя там 7-8 минут, и до конца матча уже, в принципе, они лучше были во всем. С чем связаны перестановки после перерыва, да, тут же Игорь Ростов все поле покинул и больше не выходил? Ну, мы понимали, что у нас там они будут ловить нас на контратаках. Мы хотели оставить просто двух быстрых защитников. Плюс это два брата, и они себя хорошо понимают, наверное, только из-за этого. Так-то он наш лидер защиты, капитан, как ты сказал, столб. Вот. Спрашивай. В какой форме сейчас фантазия? Закончился чемпионат города в формате 8-8. Вы должны быть в таком хорошем игровом тонусе? Или, может быть, наоборот, где-то ребят подустали и надо перестроиться? Я считаю, что мы в плохом состоянии сейчас. Во-первых, физическое состояние у нас плохое, морально все думают, что там Марадоны все сейчас, как бы, поэтому это хорошо, что нам вот так прям показали, откуда мы пришли. Вот, мне кажется, пару игр нам нужно, мы вообще первый раз на этом уровне играем. Я всегда говорил, что Суперлига Оле сильнее, чем вот чемпионат города, вот, поэтому буквально 5-6 игр, я думаю, нам понадобится, чтобы привыкнуть. И плюс несколько игроков, которые новые, я вижу индивидуально, они сильные, но команды сегодня не было. Я не знаю, как ты там комментировал, но я думаю, ты может, увидел то, что игры не было. Индивидуально есть хорошие игроки у нас. Сиап победил, Сиап набрал 3 очка. Вопрос, а кто у Сиапа вообще нападающий? У нас нет, у нас импровизируем. Вот, надеюсь, усилимся, возьмем одного хорошего. Поиграл, поездил там человек. Возьмем, не знаю, получится, не получится. Поэтому, а так, нападающих особо нету, экспериментируем. Поэтому, кто есть на данный момент, тот и играет. Кто-то больше, кто-то меньше. В чем тогда сила Сиаба вообще в этом сезоне? Ну, я думаю, что в командной игре, как обычно. То есть в этом вижу. Что все футболисты примерно на уровне, за счет командной игры мы будем показывать игру и выигрывать. Я думал, ты скажешь, что была тактическая установка, очень быстрые края, постоянно ходить и бегать вперед. Вообще, что скажешь по поводу крайних защитников? Мне кажется, они просто сегодня лучшие были. Да, я согласен, они полностью переиграли на своих позициях, очень здорово. И, ну, опять же, мы же играем, исходя из силы соперника, но сегодня соперник давал. В следующих играх посмотрим, как они сыграют. В этой игре отлично, поэтому что еще могу сказать? Просто здорово сыграли. Все, спасибо огромное.